серию и защиту. Прямой, лоу-кик, прямой. Все левой стороной. Сначала все удары принимаем прямой. Приняли, блокировали, приняли. Потом сбиваем. Сбили, от лоу-кика оттяжечку делаем. Оттянулись, сбили. Работаем по очереди друг другу одну и ту же серию, только левой стороной. Принять, блокировать, принять. Принять, блокировать, принять. Теперь сбивочки. Сбить. Сбить, от лоу-кика оттянуться и опять сбить. Да, стараемся реагировать сразу. И на руки, и на ноги. Сразу. Сбиваем, от лоу-кика оттягиваемся. Если принимаем, лоу-кик блокируем на колено. Все, у кого нормально получается, можете произвольную защиту делать. Один прямой принять, второй сбить или сделать уклон. Лоу-кик принять или оттянуться. То есть блокировать или оттянуться. Просто так лоу-кик на бедро не принимаем. Или выставляем колено, или убираем ногу, оттягиваемся. Правый middle kick, правый прямой, левое колено. Блок, принять, колено принять. Блок, Джека, блок. От middle kick все время колено выставляй, а ты принимаешь на ребро. Да. Во, принял. А теперь прямой и колено сбить, Саня, сбить. Сбить. Добавляем сбивочку. Прием. Прямой сбил. Колено сбил. В другую сторону. Левой рукой колено сбиваем. Да. Да. Только не ладошкой, а предплечьем. Да. Левое колено правой рукой сбивать. В сторону. Стараемся сделать сбивочку и противника чуть-чуть закрутить. Блок. Сбивка. Ушли. В другую сторону, Жек. Да. Да, Саня, туда. Правой рукой сбиваем, противника закручиваем. Правой рукой. Да, правой рукой. Раз все удары принимаем, раз сбиваем. Но middle kick все время на блок. Все время middle kick на блок. Middle kick не оттягивается. Можно подловить, но вы примете потом в голову прямой. Левый прямой, правый апперкот, правый лоу-кик. Левый прямой, правый апперкот, правый лоу-кик. Да. Сначала все принимаем. Прямой апперкот принимаем на перчатки. Лоу-кик, выставляем блок. Колено, левое колено обязательно в сторону, навстречу удару. Не перед собой, а навстречу. Хорошо. И попробуйте посбивать. Прямой сбили. Апперкот провалили и от лоу-кика оттяжку сделали. Не спешите сначала, делайте медленно, дайте поработать на защиту. Не надо делать быстро, вы сейчас загоняете друг друга. А защиту не отрабатываете, потому что стараетесь всадить. Прямой сбили от апперкота назад, просто полшага назад сделали, провалили. И от лоу-кика уже оттяжечку сделали, да. То есть не даем по себе попадать вообще. Сначала все глухо попринимали, потом от всего поуходили. Получается нормально, можно защиту чередовать. Что-то сбить, что-то принять. Которые отрабатывали, делаем в произвольном порядке сейчас. По очереди один пробил, второй защитился. Сейчас постарайтесь в таком полупроизвольном режиме поотрабатывать всю защиту и понарабатывать серии. Да, прямой лоу-кик, прямой. Все левой стороной. Правый мидл-кик, правый прямой, левое колено. И левый прямой, правый апперкот, правый лоу-кик. Все, у вас три серии есть.
бросать. Если какой-то удар в непопад сделали, ничего страшного, дальше серию продолжаем. Тут нету такой привязки жесткой у вас. Здесь задача больше ваша на защиту, пореагировать на разные удары по разным этажам, постараться хорошо позащищаться. Вот лоу-кик прошел хорошо так. Раз, руку не опускать, что за защита? Колено выставляет мидл-кик, рукой отбивает. Есть. Есть, сразу можно мидл-киком ответить. Есть, лоу-кик достал. Да, колено подобавлять тоже. Мидл-кик прямой, колено. То есть старайтесь серию пробивать по ситуации. Если противник далеко, начать с левой руки. Если он остается рядом, можно с мидл-кика начать серию, которую делали. То есть работать по ситуации, больше защищайтесь. Много ловите.